Итак, друзья, буквально-таки секунду назад вышло обновление новое на Redmi Note 8 Pro. Называется обновление 12.0.6.0. О, уже, друзья, это вообще что-то. Только было 12.0.6.0, и они сказали, да ну нафиг. Да нафиг это 12.0.6.0. Вы видели, да, там было написано 12.0.6.0. А давай будет 12.0.7.0. Ну давай, окей. Итак, как всегда, вроде бы обновление системы безопасности, но я уже говорил, что иногда подкручивают и, значит, производительность, стабильность системы. Так что давайте сейчас скачаем, установим, как всегда, протестируем. Итак, друзья, обновление установилось, как видите. Теперь нам остается следующее. Конечно, хотите, ненавидьте меня, хотите, нет, но мне нравится, друзья. Мне нравится тестировать, значит, новое обновление в AnTuTu, да, и каждый раз разные результаты. И действительно, были такие случаи, когда с каждым новым обновлением, значит, баллов в AnTuTu было все больше и больше. Соответственно, здесь я тоже надеюсь, что будет больше баллов. Хотя были такие случаи, когда было и меньше. Ну что ж, ничего страшного. Сейчас сразу же запускаем AnTuTu. Погнали. И, друзья, что ж, потом посмотрим в целом на производительность, как работает. 284 тысячи сейчас баллов. Тысячи. Ну что ж, повторяем наш тест. И посмотрим, сколько будет. А он, смотрите, только нам еще выйти пришел.
Thank you.
что ж, друзья, это фиаско, братан. Было 284 тысячи, стало 269 тысяч. Но в целом такое уже было, да, бывает. Можно перезагрузить и еще раз попробовать. Я думаю, что где-то будет потом повыше. Возможно, это из-за того, что я включил сразу же, не дождавшись, когда что-либо подгрузится. Но вот такие результаты, да. Ну, бывают и меньше, да. В этот раз именно так. Друзья, ну вот, собственно, сейчас протестирую сам телефон, производитель и так далее. Посмотрим, что как будет. Ну что ж, друзья, я сделал второй раз тест, и, как видите, уже 280 тысяч. И я вас убеждаю, друзья, сделаю еще, и будет еще больше. А потом еще и так до бесконечности. Итак, друзья, безопасность приложений проверил. Работает отлично, все безопасно. Что касается плавности и так далее. Все приложения открываются, все замечательно. И у меня, конечно же, не пропадает такой эффект постоянно от обновления к обновлению, что вроде бы как бы все стало быстрее. Хоть это, возможно, и не так, а и может быть совсем наоборот. Ну ладно. Друзья, вот такое обновление. Ставьте лайк, отличное обновление. Всегда тестирую новое последнее обновление. Вот сейчас, если еще раз вон ту протестирую, то еще будет лучше оценка. Так что, друзья, проверяйте ваш смартфон на обновление. Всем пока, до свидания. Они у каждого по-разному приходят. Всем пока, до свидания.